Привет. Значит, сегодня мы едем на наш третий роки-бар, который находится на Тайгучанге. Значит, сейчас чуть-чуть я вам сниму быстренько приготовление. Собираемся лететь на работу, опаздываем. Итак, группа Блисмут едет на Тайгучанг. На! Едем на самую дальнюю работу. Находится за полтора часа выше. Час езды. Вышли за полтора часа. За полтора часа собирались некоторые. Полтора часа. Мне надо в микрофон говорить. Да. Yes. В итоге 3 часа только на дорогу. Так, сниму такой кусочек неба. Сегодня с Викой разговаривал. Ну, такое оно у нас тускловатенькое. Не такое красивое, как вы нам сегодня показывали. Значит, сегодня мы с вами разговаривали в Калиновке ночью, стреляли снаряды. Очень нехорошие новости, но в историю вошли. Вот, у нас в Китае, слава богу, good. Вот. Во, супер рюкзак. Xiaomi, да? Во. Вообще не на правах рекламы. Как Дружко говорит, да? Если бы я хотел, конечно, прорекламировать. Прорекламировать Converse футболку. Я бы это сделал, но я же не рекламирую вещь. Смотрите, какой у Полины зачетный рюкзак. Ибиц. Да. А смотрите, какой у меня зачетный рюкзак. Поля, снимай. Сняла. Ну ничего. Приоткрою вам тайну. Це гитара Тейлор. Привет, он же открылся. Открыл, да. Сегодня, возможно, и снимем, как я на ней играю, что-то там. Круто, короче. Гитара крутая. Каждый концерт об этом вспоминаю. Так, дальше мы сейчас попадем в круговорот китайцев. И вот будем их расталкивать для того, чтобы быстрее попасть на работу. Китайцы в метро никуда не спешат. Дуже повільні. Видите, что мы их обгоняем. В переходах все в телефонах. Ну, сейчас вы увидите. Вот яркий пример. Вот идет он с телефоном. Он, она, они. Так, на самом деле, если вы выйдете в другой час, то не будет столько народу. Вы можете подумать, ого, сколько у вас тут китайцев. Ну, человек не так уж много. На самом деле, это просто час пик, сейчас с этой станции люди добираются домой. Все идут вперед на метро. Там у нас известный зоопарк, наверное, мы в него пойдем в следующем году, правда? Да, в другой раз. Вот будет у нас выходной, пойдем. Прошло 8 выходных. Иду, глянем телефон, конечно. На улице очень жарко. Ну, уже зашли в метро, уже холодно, так что вот. Полька в шарфике. Вы уже один раз болели, то не хочется. Сейчас вот это
Прям смотрит. Пятая линия. Мы находимся на Zoom. А ехать нам на Guangzhou Railway Station, там пересадка на вторую линию. Проедем 4 станции, там пересаживаемся, едем еще 7 станций, пересаживаемся, едем еще 2 станции. Это самый первый рок-бар, который был открыт в 2008 году. Так вот, он самый старенький, самый зачуханный, зашорканный. И находится не в центре. Не в центре. Два предыдущих бара на отшибе. Там, где пересадка идет на вокзал, другой город Фэшань, который мне довелось ездить недавно. Так вот, там сцена очень маленькая, что-то такое. Тусклый, все на отшиб, далеко ехать. Единственный, кто я пью, даю там красивые набережные, которые я сегодня вам покажу. И по дороге, когда мы идем, там есть такое... Ну, относительно всех суши-баров, где я был, он самый недорогой. Там тарелочка суши стоит 6 юаней. То есть можно 5 тарелочек взять на 30 юаней и нормально наесть. Потому что, например, в центре, когда мы так брали 5 тарелочек, то это нам обошлось юаней 60. Соответственно. В общем, я это все сниму. Сейчас продолжу снимать метро. Так, значит, у нас сейчас первый переход по где-то там вон Волан. Видите, там вдалеке Волан. О, присел, поднялся. Так вот, сейчас у нас переход на вторую линию. Сейчас побачите, як це. И таких у нас два перехода. Вот. Они были китайцы. Они пришли, чтобы заполонить планету. Планета китайцы. Они ее заполоняют. Ну да, сейчас без чего-то 6 вечера. И... Без пяти. Без пяти. Смотрите, ой-ой-ой, там вообще. Там вообще. Да, в общем, если вы посмотрите первое видео с Rocky Bar, то там 5 минут на работу добираться. Зато есть плюс, когда каждый месяц меняется паб, где-то под конец месяца лично у меня. Где-то под конец месяца лично у меня. Уже нагнетает тоска, грусть, скука. Мне интересно. Мне интересно. Тебя бац перевели на новый бар, ты такой, о, надо же новым менеджерам понравиться, надо то, надо стараться. Бэнг, бэнг, бэнг. Ну, да, Я не дожили бы до этого.
Да, но там есть свои приколы, свои плюсы. Сейчас поедем побачить. Привет, мы китайцы! Привет, нас мало, мы украинцы. Смеются, а за нами... Да. Китайцы, они такие весельчаки. Не кричи на ней. Да я буду кричати. По-моему, вони про футболіста кака. Яблочко їсиш? Яуля! Да, все, ми приїхали. Шайуань! Ты же пришел, да? Go! Так, exit A. Мало ли, приедете в Гуанчжоу и такие, как же добраться, в общем, к мистер Рокки Бару? Ну, такие, конечно, через Тараса. Долго ждать, я спортсмен. Ой. Опачки. Все. Тут у нас начинается комплекс, а-ля как у нас скайпарк, побольше, наверное, ватху. Да, это сейчас суши покажу. Короче, быстренько покажу. Значит, тут магазин с пирожными. Эти китайцы прямо подносами набирают. А вот мои сушки, например. Вот. Вот такая тарелочка. Вкуснятины. 6 юаней. И все, вот набираешь тарелочек, а в конце они тебе считают их. Очень клево. Когда было очень жарко, мы тут с Полей шли на работу, заказывали соки. Фреш, ну сок фреш, да. Вот, огромный комплексище. Для того, что мы сегодня сделали зарядку, то включили эскалатор, правда? Как говорится, смеркалось. Через улицу
Слушай, а выходит так же быстрее, на самом деле. Вот мы уже вышли, вот мы уже вышли. А так мы же всегда выходим с эскалатора вот там вот и возвращаемся. Какая-то сцена. Мини. Вот магазин японский Мини-Со. Дешевые всякие хостовары. Иногда пользуемся Мини-Сошкой. Ну, короче, все крутые магазины. В общем, на этом баре мы работаем уже второй раз. Значит, за первым разом я тут работал, получил зарплату и решил дрюкануть, ну, давно хотел покраситься. Вот. А уже вот недавно типа постригся. Тут же. Хорошо. Парикмахерская, тут есть свои нюансы, китайцы. Вроде как стригут фирменно, но как-то все быстро бросает. То есть они не учитывают то, что через неделю оно уже не будет так красиво. Как-то, не знаю, ну как все говорят, они не понимают структуру наших волос. Ну, да. В общем, идем. Так, это кафешки, где общие столики крутятся. Мы их называем кафешками мистера Чо. Это первый наш босс в Китае. Он нас возил по таким. Мама и папа, я вам много показывал видео. Правда, по Вичату. Вот. Вот, Вика, вот тут пахнет корейская мелина, я тебе говорил. Вот я всегда вот так прохожу, поспешу на работу. Короче, бутики тут снаружи, они такие классные, все, вещи тут такие все. Он, кстати, видел лысину моего парикмахтера. Вот это барбершоп именно красный. Это вот это ресторан, вот круглый стол, и блюда вот крутятся. Прикольно. Так, мы уже почти подошли. Ничего себе, машинка. Да вы сейчас все пропустили? Йокогама. Я не знаю, кто модель. Ну, в общем, это бывшие склады морские. Не морские, а корабельные, как это правильно сказать, вот. И их повыкупали и сделали крутые рестораны. И снаружи облицовку оставили, а внутри навели люкс. Вот, собственно, наш Рокки-бар сейчас прямо по курсу. Вот, написано «Мистер Рокки». И в этом же здании есть кинотеатр, а вот так дальше, еще куча разных баров. В общем, прикольно. Мне очень нравится в таком стиле
Англии, Лондон, таком оставили вот кирпич, а внутри уже, в общем, welcome to Rocky Bar. Ой, заходишь сразу плюс 10 градусов, то есть минус 10. Хорошо, сразу кондиционеры работают. Ура! Правда, кондеры работают? Да. Класс! Да! А! Да. Короче. Вот. Так как сейчас спешим на работу, то просто зайдем, поздоровляемся, а потом вам сниму. Мяу! Так, все, вам еще сниму. Hello, how are you? Так, Вовка Берцак же есть. Смачно. Значит, вот где-то там наша сцена. В общем, ровно 10 минут от метро идти сюда. Быстрым шагом. Не быстрым. Летели мы, как я не знаю, что у меня живот разболелся. В боку вот здесь, потому что скорость была невероятная. 10 минут. Так, это наши аниматоры, знакомьтесь. Это Александра. Да, good evening, welcome to Mr. Rocky. Это Армен. Hello, welcome. Да. Итак. Привет. Итак, это влог называется влог для мамы и папы. Мы снимаем, все только начинается. Really? Для мамы и папы? Ну, с работы, папочка. Все, я там быстренько сниму. А, все, уже не успел. Вова. Хотел вам быстренько снять. Вот, видите, VIP Lounge. Там мы вот тут тусим. Dear friends, welcome to Mr. Rocky Bar and have a blissful today. Smells like
После того, как на сцене побывали ребята, Алиса кусь-кусь, да. Алиса заплела мне косички. Ну, короче, ничего не видно, кроме футболок. Кроме футболки. Эти пять минут посвящены клёвости футболок. За гитару снимешь новый блог. Клёвые футболки. И кепки ничего, но кепки нас видятся. Так, значит, теперь подробно съемка Рокки-бара. Вот я вернулся в исходную позицию, то есть на улицу. Сейчас вам сниму Рокки-бар. Значит, так скажу. Такой перепад температуры, конечно, жарковато. Ну, градусов 30-29. Вот. Внутри где-то, наверное, 23-21. Может. Так, ну, в общем, поехали. Рокки-бар. Вот. Так. Значит, я уже говорил, находится кинотеатр. Вот. Ожидание. О, крути бармены. Короче, везде реклама фильмов, какие сейчас будут. Да, вот. Рекламы. Это китайский фильм. Это не китайский, можно встать фотографироваться. Кто такой? Nice guy. Yeah. Вот. Значит, покажу вам такую фишечку. Ой. Тут у нас массажные креселка. Так, сейчас я чуть-чуть камеру поправлю. Вот. За 7 юаней, по-моему, 12 минут массажа, за 15 юаней 30 минут. Между отделениями можно сесть. Я на 30 минут не садился, но на 12 юаней садился. Короче, прикольно. Это кабинки караоке, они в Китае. Повсюду, так что это нормальный движ. Я не видел, что тут кто-то пел. Окей, в общем, все. Значит, с кинотеатром покончено. А, цены, кстати, цены на билеты. Ха-ха, я вам скажу так. Вон, смотрите. Вот снизу. 80 юаней билет. Ну, в среднем 80-100 вон высоко. 80-100, короче. А. Нельзя снимать. Хорошо. Короче, 80-100. Я бы сказал, что это дороговато. Типа 300 юаней за фильм. Вот. Тут у нас всякие эти китайские лохотрончики. Так, тут один из входов. О. Це маленька официантка. Веде себе як маленька Поліна. О, это супервайзер. Вот мистер Рокки бар. 4 захода. Сейчас мы зайдем в зал. Так. В общем, постоянно футбол показывают, куча экранов. Меня радует, я ничего из футбола не пропускаю. Так. Вон прямо поле находится. Что ты робила?
що мені все ж треба нормально. Так. Говорити далі. Значить, там набережна, ну я поки показую вход, вихід. В общем, тут типа ресепшн. Нігал. Оу, so sweet. I will miss her. Темно, ничего не видно. Какие-то всякие прибамбасы. How good? No. Саша и Полина. Косички, косички, косички. Саша дуже смущається камери. Ви можете подумати, що вона не розговорчива. Або зайдіть на Instagram. Або що? Заходите на Instagram. Так, зайдіть, підпишіться на нього в Фейсбуці. Так. Тут у нас зроблять піцу, негарно. Во всіх рок-барах піцу роблять в окремій кімнаті. Туди кухня, мойка, шмойка. Це наша сцена, де ви бачили. Коротше, темно, нічого не видно. В общем, тут сцена. Вот. Короче, все китайцы что-то едят, играют в бильярд. Бильярд бесплатно. Вот. Еще один выход. Это выход уже третий, он тоже на набережную. Вот. И там летняя площадка. Но я сейчас туда вернусь. Сейчас уже вокруг самого зала обойду. Так, вон четвертый выход. Он ведет туда, к этим массажным креслам, что я снимал. Вот, Вовка, привет, всем парадае! Ура! А вот, короче, вот это комната для кинотеатра. Короче, от кинотеатра она. Но мы тут тусим обычно. Ждем следующего блока. Тут тихо, спокойно. Ну, иногда выгоняют, когда очень много людей, но это очень редко бывает. Может, раз в две недели. В общем, барная стойка тут находится в центре бара. Вот, вот наши сиденья. Вот Вовка ест мясо вкусное. Второй Вовка пиццу ест. Мы же с Колей ничего не заказывали, только пьем пока воду с лаймом. Тонизую, всем советую. Hello! Да, это наш бар. Я тебя так часто встречаю. Просто цей заклад не дуже великий. Да. Все приветливые. Да, персонал у нас дуже клевый, все добрые, все классные. Тут темная сторона бара, Dark Side of the Bar. Вот такие темные бочонки. Выносят пиво и все себе стаканчики наливают. Китайцы не пьют пиво с 0,5 стаканов, только стаканчиками. Вот вам сейчас где-то найду и засниму. Может, вот засниму. Ну, в общем, стаканчиками. А это наши аниматоры идут с днем рождения поздравлять. Короче, именинники вытягивают какие-то сертификаты. И что-то там происходит. Дальше не знал. На самом деле никогда за ними не ходил. Вот. Нашли какого-то именинника.
фонарик на лоба и вперед. Сейчас вижу. Ладно, ладно. Все, пойдем мы на набережную. Дальше вернемся. Oh yes. Такая речка тут днем она некрасивая, ну как бы грязная. Ну, бух красивый, конечно, конечно. Но такие вот яхточки стоят у нас. Короче, прикольно. Если не такая жара, было бы вообще супер-супер. То есть, когда очень жарко, то нету желания выходить сюда любоваться, тем более днем, если мы тут днем бываем. Вот. В каждом баре есть какой-то либо гитарист, либо клавишник, играет красивые китайские песни. А вот это, наверное, был какой-то... Вот это склады, да. Вот так они туда так дальше красиво освещены. Значит, мы идем к ней. Рокки-бар проходит. Ну, так мне нравится такой урбан стайл, короче. Вот. Так, это летняя площадка Рокки-бара. Тут должен быть этот бармен, Бен, мой корифан. Ni hao. Yeah. Hello. Hello. How are you? I'm fine. How are you doing? Я забыл, как говорить. I get a movie. A movie? Yes. Okay. For my mama and papa. Oh. Hey. Короче, китайцы меня только что врасплох застали, и я не смог два слова на английском сказать. Вот так. Бачите, передовая страна скоро будет. Так, вот. Ну, еще вот водичка. Ну, не знаю, вот там на другой стороне вам не видно, но там такие какие-то краны. Что-то такое судностроительное. А тут красивенько все. Вот. Короче, мака-мака, это такие прикольные вафельные мороженки. Такие большие. Я как-то вам показывал, какие он огромные вафли он снимает. And very good. Very good. Все заглядывают, или я что-то не то фотографирую. Потому что у них по фотографии можно в Таобао выложить и такое же купить. Так. Трансформер. Популярная тема. Вот, например, вот как выглядит вот здание. А заходишь внутрь, и там все совсем по-другому. Все, уже сразу такая красота, гламур. Туалет, шмуалет, сесторик магазин. Вещи какие-то продаются, такой мини-бутик. Тут морская рыба с коктейлями, короче. Такое. Ну, коктейли, я не знаю, напитки. Вот. Вот, тут кто-то выступает, поставили такую небольшую сцену. А, нет, никто не выступает. В общем, реклама мобайков, новых типов велосипедов, которые ты берешь на прокат. Ну, которые мы на работу ездим, только мы другой фирмой пользуемся. А тут типа такой мобайк. Прикольно.
То, що там так красиво на гітарі грає. Китайцы свои песни поют. Меланхолия в музыке. Очень, очень много этих нодок, почему-то именно сегодня. Так, идем дальше. Вот так красиво украсили зеленью. В общем, прикольный этот клуб такой. Его где-то недавно, месяц назад, как запустили. Тут и группа играет, короче, такой лук. Короче, жаль, что мы на группу никакую не попали. Но вот такой дизайн в бутылках. Прикольно. Короче, подвешали на таких кронштейниках все. Да и супер. Прохладно, прикольно, что вот сцена, вот люди сидят ниже, и сцена, и, пожалуйста, до сих пор точки есть музыканты. К нашим дедуганам это никогда еще не дойдет. Никогда не дойдет, у нас лучше лишний стол поставить. А конфетки никто не думает. Ну, это такое, крик души. У нас в Мистер Рокки тоже, в этом баре тоже сцена такая, обнять и плакать. Так, ну дальше в лес. Чем дальше в лес, сейчас посмотрим, что еще есть. В общем, все в основном кафешки. Мне, так как я уже тут второй месяц, были в июле, и вот сейчас сентябрь, то оно уже все приелось, я даже не знаю, что тоже сказать. Но каждый день одно и то же. Вот есть фургончик с мороженым. Китайцы обращают внимание на эти всякие прикольные штучки. Вот. Это круто, фургончик с мороженым. Понятно, что он не ездит, этот фургон, но... Видишь? Вот так. Стильно. О, собака какая крутая. Так, значит, туда дальше, если идти дальше, то там небольшой парк, мы туда ходим между отделениями просто пройтись. Я вам еще покажу тут из бутики. Да, тут обувь женская направо, мужская налево. Короче, максимальный тут размер 43-й. А так 39, 40, 40. Вот. Ну так, в принципе, прикольно, но дороговато, я бы сказал. $300. Вот такой. Тут я не был, не знаю, что тут. Вина продают. Сигареты в магазине, все у них четко с этим. После трудного дня нужно трошки выпить.
Блин, клево, что клево, что. Да, конкретно вот тут вина. Кстати, тут я еще не был. Так, на второй этаж не пойду. Ну все. В принципе, так по набережной прошлись. Наверное, я бы больше рассказал, если бы я... Наверное, бы больше рассказал, если бы я ходил бы в эти заведения. Наверное, и о кухне, о таком всем. Так, выхожу опять с центрального входа, иду в Рокки-бар. Вот. Классные тут машинки. Да, кстати, если пройдемся с Полинкой, может, после следующего отделения, в кафешку, где животных куча. То есть есть такая тема, типа зу-кафе. То есть ты как бы находишься, где куча котиков, собачек, всяких зверушек. Они просто по кафе лазят. Как бы вот так. Ты там что-то пьешь, сидишь и за мыслями играешься. А это у них Choco Teddy Cafe. Шоколадный Тедди. Вот. Hello. Can I get a video? Photo. Yes? Okay? Yes. Okay. Yeah, Choco Teddy Cafe. В общем, такие всякие пироженки пьявляшные. Пьявля — это типа красивый. Вот. Я знаю. Ну и, соответственно, всякие игрушки. Все по мерчу. Вот. Ух ты! Так, ну це б, наверное, кафе понравилось бы моей Полине точно и Катюше. Це точно. Не знаю, сколько я тут прохожу мимо, никогда тут людей не вижу. Си-си. Thank you. Но работает. Вот Тедди. Так, ну все, мы вроде как отработали. Едем домой. В общем, надеюсь, вам понравится. А если не понравится, внимательно еще раз посмотрите. Может, все же понравится. Let's go. Машин. Все. Мы с Полей вам говорим пока-пока. Пока. Идут под красивую музычку. Трам-пам-пам, какие красивые. Какой красивый. Наш мистер Рокки справа смотрит. Ух ты. Все, пока-пока. У-у-у.